Звездный нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, куда недавно переехал португалец Криштиану Роналду. Как стало известно журналистам таблоида Daily Mail, в подписании семикратного обладателя золотого мяча заинтересован Аль-Хиляль. Хорхе Месси, отец и агент Лионеля, вступил в переговоры с клубом. Стороны обсуждают подписание контракта с заработной платой в размере 300 миллионов евро. Срок действующего контракта Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года. Напомним, что Роналду в конце декабря перешел в Аль-Наср. Он подписал контракт на 2,5 года с зарплатой в 200 миллионов евро.